NIM, New Economy Movement, это экосистема платформ, которые используют блокчейн и криптографию для предоставления сервисов для бизнеса и частных лиц. HAM – это собственная криптовалюта публичного блокчейна NIM-1, NIS-1. NIS-1 работает аналогично биткоину. Он имеет сеть распределенных независимых узлов, которые обрабатывает и записывает транзакции в публичный реестр, называемый цепочкой блоков или же просто блокчейн. Эти узлы поощряются за вклад своего времени и вычислительных ресурсов и остаются неподкупным за счет вознаграждения за транзакционные сборы. Эти вознаграждения выплачиваются в монетах HAM каждому узлу, которому удается добавить новый блок транзакций в конец цепочки блоков. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. HAM – это децентрализованная открытая криптовалюта, которая обладает рядом уникальных характеристик. Возможно, наиболее важной из них является способ защиты блокчейна NIS-16, который использует собственный алгоритм доказательства важности – Proof of Importance. В отличие от гораздо более распространенных алгоритмов Proof of Work и Proof of Stake с целью обеспечения своевременной и подлинной обработки и регистрации транзакций в сети. Proof of Importance позволяет каждому запускать узел в сети NIS-1 и ускорять транзакции с помощью процесса, называемого делегированный харвестинг. Система учитывает количество монет, которые уже удерживаются каждым узлом, как часто они совершают транзакции в сети и с кем они совершают транзакции, чтобы приблизительно определить их оценку важности в экономике NAM. На основе этой оценки узлы затем получают долю комиссионных от транзакций, которые они помогли обработать. NAM утверждает, что система Proof of Importance гарантирует, что сеть может идентифицировать и предоставить вознаграждение тем, кто на самом деле использует ее больше всего. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также, еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. В дополнение к своему уникальному алгоритму Proof of Importance, NIS-1 также поддерживает такие функции, как контракты на учетные записи с несколькими подписями, зашифрованный обмен сообщениями, систему репутации Agent Truth +++ и сервис Apostyle для нотариального заверения и проверки подлинности файлов в цепочке блоков. Еще одним важным рынком для NIS-1 являются сервисы корпоративного уровня. NAM позволяет разработчикам интегрировать свою блокчейн-инфраструктуру в сторонние приложения с помощью специально созданной системы API. Coin является перспективным криптовалютой со своим уникальным системой защиты. Изначально Coin был создан несколькими программистами для локальных целей в платформе bitcointalk.org. Спустя годы маленькая сеть друзей превратилась в неплохую экосистему, поэтому разработчики пытаются всеми силами увеличивать масштабируемость сети с помощью пользователей, давая всякое вознаграждение для тех, кто участвует в процессе. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена, там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы сможете увидеть новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.